Всем большой привет! Сегодня еще одна прическа на моем темном манекене будет, на длинных волосах. Я отделяю пробором от уха до уха затылочную зону и собираю ее в хвост. Сегодня у нас будет средний пучок. Хвост я заплетаю в косичку и где-то через сантиметров 10 завязываю резиночкой. Затем поднимаю это все дело наверх и закрепляю невидимками. Дальше берем валик и также крепим на наш хвост. Крепим очень хорошо. Дальше распределяем волосы по валику и накручиваем их. Так, накрутили и распределила на 5 прядей. 2 пряди по бокам и 1 по центру. Начинаем с боковых прядей. Хорошо прочесываем, разделяем на 2 прядки и начинаем вот так вот перекрещивать их между собой и растягивать. Уже у меня был такой урок с высоким пучком, я вам такую технику показывала. То есть мы просто перекручиваем 2 прядки и вот так вот их хорошо растягиваем. Самое главное и важное в работе с темными волосами – это не делать сильно, как это, небрежных элементов. Лучше делать какие-то объемные, более гладкие элементы. То, что будет красиво смотреться небрежно на светлых волосах, на темных это будет смотреться как грязь. И вот так вот 2 прядки, которые мы отделили на левую сторону, мы перекручиваем между собой и крепим рядом невидимками изнутри или шпильками, чем вы работаете. То есть, чтобы у вас хорошо вытягивались такие прядки гладкие, перед растягиванием лучше пробрызгайте блеском прядку. Хорошо прочешите и тогда начинайте уже формировать ваш элемент. И не закручивайте сразу весь жгут до конца, а немножко перекрутили, вытянули, чтобы было откуда тянуться волосам и они не путались. Дальше мы делаем наш жгутик по центру и крепим его по центру. Почему по центру и по бокам? Потому что потом, когда мы будем формировать макушку и боковые зоны, то волосы с макушки у нас пойдут как раз таки между вот этой центральной прядкой и боковыми. Вот закроют наш вот этот вот пробел. И будет все гармонично и, в общем-то, красиво. Эту прическу я не сама придумала, я ее подсмотрела в Инстаграме, просто мне очень понравилось и захотелось повторить. Доделываю 2 наших жгутика справа, хорошо креплю невидимками изнутри к валику.
отделяем макушку и начинаем подчесывать у корней. Хорошо почищаю все. Можно просто гладко уложить, можно уложить ребрышками, как вам удобно. Видите, я разделила на таких две части. Одна часть ушла в одну сторону, как я и говорила, и вторая часть ушла в другую сторону, чтобы закрывать наш валик потом. Еще по одной части по бокам также прочесываю, делаю немножко текстурней и увожу туда же. Ну, а из височных оставшихся зон я буду делать тоже жгутик. Накручиваю в нужном мне направлении от лица все прядки. Старайтесь ближе к корням накручивать, потому что там вам и нужна будет форма. Подкрутили и отделяем прядку, прокручиваем, отделяем следующую прядку, добавляем к первой вот так вот, прокручиваем и движемся так, пока не закончатся все наши волосы, движемся вниз к ушку. Не вверх куда-то там к валику, а именно вниз, чтобы у лица были красивые прядки. Растянули весь наш жгутик, и тогда вот так вот мы укладываем нашу прядку. Обязательно не забываем фиксировать. Этими боковыми прядками мы будем закрывать наши невидимки, которые крепят нашу макушку, чтобы их не было видно. То есть вот этими жгутиками мы все это перекроем. Также делаем и справа, отделяем прядочку маленькую, просто делаем ее такую текстурную, как продолжение нашей макушки. Я делаю такие ребрышки, также фиксируем и сейчас опять накручиваем нашу правую сторону тоже от лица. И будем перекрывать уже оставшиеся шпильки-невидимки от нашей макушки. Тут мы будем точно так же плести такой же жгутик. Отделяем прядку, перекручиваем и так вот, добавляя такие подхваты, мы плетем наш жгут и затем его растягиваем. Тоже можете перед плетением проработать блеском, чтобы прядки вытягивались чисто, потому что это будет грязь, если прядки будут неровные, не гладкие. Ну, в этой болванке есть еще плюс, будем учиться работать и с темными волосами. На темных волосах лучше делать такие элементы, которые будут крупные, более гладкие, чем такие какие-то текстурные, сильно такие небрежные прически.
Ну и вот мы закалываем, делаем жгутики из наших двух частей, перекрываем уже остатки валика, как раз эти волосы были предназначены для этого, все продумано до мелочей, фиксируем нашу последнюю прядку и вот наша прическа. Такой вот средний пучок у нас получился. Ну, если вам понравился мой урок, то, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Это очень важно для блогера, так как ваши пальчики вверх делают видео популярнее, и так больше людей узнают о моем творчестве. И так я буду знать, что вам нравится то, что я делаю. Это для меня очень важно. Ну, а у меня все. Подписывайтесь на мой канал и до новых видео. Пока-пока!